этого достигнуть. Он молодец. Он взял твой электрошок о себе в шею. Мразь. Я начну с вами делиться своим ощущением. Философия такова. Если ты готов умереть, имеешь право убивать. Умереть, имеешь право убивать. Сотрудники этого подразделения похищали людей в Луганской области, отвозили их на базу в городе Приволье, раздевали догола и пытали током. Сами палачи при этом употребляли... Систематически избивали, удары наносили руками, ногами, пластмассовыми трубками и другими предметами. В основном по ногам, ягодицам и интимным местам. Кроме этого, данных мужчин пытали при помощи предмета, похожего на электрогенератор. Содержащихся в подвале мужчин раздевали наголо, ставили на бетонный пол и обливали водой. После этого прикасались оголенными проводами с током к различным частям тела, например, к вискам на голове, половому члену и мошонке. Это в протоколе. Мужчины сильно кричали, так как данные пытки причиняли им невыносимую боль и страдания. Данные сотрудники, находясь в подвале, в нашем присутствии, около 6-7 раз употребляли марихуану путем ее курения через бульбулятор. Рота «Торнадо» была сформирована в октябре прошлого года на базе батальона «Шахтерс», который был расформирован за мародерство. По делу о пытках уже задержаны командир подразделения Руслан Онищенко и семеро его подчиненных. Глава МВД Украины Арсен Аваков объявил о расформировании спецроты, но после этого бойцы «Торнадо» забаррикадировались на своей базе и пригрозили...